В Ульяновске открылся «Русский дом» – место, пропитанное русской культурой и традициями. Сюда ульяновцы смогут прийти, пообщаться, а также приобщиться к культурным ценностям русского народа. На торжественном открытии ребята в народных костюмах с песнями и танцами встречали гостей. Я уверен, что такие замечательные вот, ребята, которые выступают, еще, по сути дела, дети, они вырастут настоящими гражданами нашего государства и будут толкать прогресс в будущее и сделают нашу Россию еще более сильной, чем она является сейчас. В Ульяновской области проживает около 75% русских. Заведующая центром Тамара Кулябина отмечает, что все народы проводят праздники и чтят свои традиции, а вот русские забывают свои корни. Поэтому было решено создать русский дом для продвижения ценностей и традиций русского народа. Мы должны знать свои традиции, мы должны жить по ним и должны любить Россию. Как русские не знают своих традиций, это быть не должно. И вот этот русский дом, он признан объединять русских людей, русскую культуру. В дальнейшем в русском доме планируется проводить культурные мероприятия и отмечать русские праздники. Кирилл Савосин, Герман Баранов, Управда ТВ.